Южной Осетии началась подготовка к параду Победы. На плацу военного городка военные чеканят каждый шаг. Строевые тренировки проходят под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-майора Виктора Федорова. В них принимают участие парадные расчеты Министерства обороны, МВД, МЧС, Минюста, а также 4-й российской военной базы. Отрабатывается вынос знамени, четкость шага, равнение строя при прохождении и другие нормы строевой подготовки. Все выявленные ошибки устраняются на месте. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ министр обороны! Поздравляю с праздником! Ура! Генеральные репетиции парада планируют провести в начале мая. Военный парад пройдет 9 мая на Театральной площади Цхинвала. В нем примут участие пешие колонны и военная техника. Зарина Кочева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.